недавнем патче произошли как и ожидаемые, так и не совсем изменения. Одни из которых занерфили натиск от ТК Ханта и как-то странно забафали адвоката на Таноса, который по статистике Хейст Реплей не играл почти нигде со своего выхода в мини-допе замка Нафрия. И вот откуда ни возьмись, отчаянный и очень крутой чамп ХС выдает базу своим на Танос Хантом с предсмертными хрипами, коровками и кучей темпа, ровно как только из ладера пропали все остальные ханты. И что мы в итоге имеем? 11280 пыли. Почти все легендарки охотника, как играющие сейчас, так и давно забытые. Кучу предсмертных рипов, бафов и взаимодействий и какой-то страшный винрейт в 80% за 25 игр у него и за 15 игр у меня. По мулигану мы всегда хотим грифа, ищейку и топотуна, либо область для ранней агрессии и максимально удачных трейдов с нашей стороны. В остальном, по геймплею, этот хант является фулл темпа колодой, который имеет очень высокие шансы ворваться в топы новой меты. Совпадение? Сейчас будем проверять. Но если геймплей вам понравится и окажется полезным, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, если вы еще не подписаны. А за микрофоном, как всегда, Плагиат, и мы начинаем. Не играете на Сирусе? Тогда самое время начать. Абсолютно бесплатно залетай на один из 4 игровых миров Сируса и качайся со своими друзьями или соло. Выбирайте фракцию Альянса, Орды или Ренегатов, если не хотите быть ни на чьей стороне. Создавайте своих уникальных персонажей с абсолютно эксклюзивными расами на Сирусе, такими как Дренеи, Дворфы Черного Железа, Наги и многие другие. Выбирайте созвездия, украшения и аксессуары, чтобы ваш персонаж стал неповторимым. Залетайте в уникальные воссозданные рейды и подземелья, которых нет нигде кроме Сируса. А для самых хардкорных участвуйте в регулярных турнирах на арене и в данжах за денежные призы, которые суммарно достигают 5 миллионов рублей. Сирус X5, который сочетает в себе только все лучшее, собранное воедино с поэтапным PvE прогрессом и полным набором PvP. Однако, если вы любите полный хардкор и хотели бы поиграть со мной и Томатом, то залетайте на последний и самый молодой Realm, Soul Seeker, с уникальным хардкор-испытанием с одной жизнью и полной хардкорной прокачкой X1, чтобы заново окунуться в ту самую незабываемую атмосферу Варкрафта времен Короля Лича. Более 10 лет стабильной работы, самый высокий онлайн среди подобных проектов и возможность поиграть бок о бок с вашими любимыми контент-мейкерами. Все это ждет вас на Сирусе. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и залетайте играть вместе с нами. Всем привет, приветствую вас на моем канале, за микрофоном как всегда Плагиат. Добро пожаловать в очередной геймплей по... в очередной раз обновленной мете. И сегодня мы с вами играем на колоде, которая после недавних нерфов и бафов, после недавнего патча, который немножечко там подрезал паладосов, конкретно показал, что близы там могут признавать свои ошибки в связи со змеей на чернокнижника. Кстати, контроль лока как будто можно ждать в ближайшее время с такой вот исправленной версией, где вокруг этой змеи не так сильно пляшут. И вот мы наконец-то с вами, ребятульки, просто вот такой вот трейд, вот так вот и фейс. Наконец-то мы с вами оказались у хантов дома. И сегодня охотник совершенно необычный. Вы наверняка ожидали, что если будет хант, то это будет какой-нибудь аркейн хант, какой-нибудь секрет хант, какой-нибудь, может быть, хайлендер хант. Но прямо сейчас мы с вами будем разбираться с вариацией от Чампа. Чамп очень крутой мужик. Он показывает просто какие-то всегда невероятные, крутые и хайповые колоды. И они очень часто являются очень нестандартными. Иногда ты искал медь, нашел золото. И с этим хантом, наверное, действительно мы нашли именно золото. Сейчас я сначала пойму, как я хочу здесь сыграть, скорее всего, а потом разберемся. Давай, наверное, же просто нежить. Пробуждающие толчки, ударю, разобью его. Потом высру этих. Не, наверное, мне нужно будет сначала забафать. Хотя, ну да, лучше забафать вот так вот. Сейчас буду объяснять, как колода работает. О, вот так она и работает. Но у меня как будто сейчас сильнее будет 3 Йормунгара высрать вот таких вот. Короче, как работает дек, а что это за колода и как мы будем расправляться с нашими оппонентами? Это хант на хрипах, но это не тот самый натиск хант, который играет Йормунгара покрупнее, который там каким-то невероятным образом будет расправляться с нашими оппонентами исключительно за счет вот этого вот забафа и натиска, который, в принципе, вы получаете. Нет, здесь мы будем играть по-другому, и мы будем играть с коровьими скелетами, адвокатом на Таносом или на Таносом, или Таносом, не знаю, называйте как хотите, жестко липнуть к столу и просто давить темпом. Да, давить темпом — это, конечно, не самый лучший вин-кондишн, который может тут быть у колод, потому что очень много дек, вот, например, как этот Сифмаг, против которого мы попались, очень хорошо могут играть со столом, контролить стол и находить все ответы, заморозки, ремувалы и т.д. и т.п.
Но стоит попробовать, все-таки Хант это очень агрессивная колода. У нас, может быть, в этом матче старт особо не задался, но это еще не значит, что мы проиграли. В этой колоде играются карты, которые во всех остальных, ну, в подавляющем большинстве, именно колод на охотника вообще никогда не встречались, такое ощущение. Сейчас, значит, давай я сделаю вот так, давай сделаю вот так. Можно, кстати, просто вот так вот трейдануть, люто подбафать эту корову и просто пойти фейс. А ты что, он выпендривается, да? Сейчас он вызовет семерку. Он сделал сколько спылов? Он сделал тьму, огонь. Тайную магию он не делал. Тьму, огонь, лед. То есть это 3, 4, 5 будет. И еще и 7, 7 тушечка на столе. Ну, если это тот ход, который я подозреваю. Но у нас, в принципе, на столе уже, как бы, ну, имейте в виду, 13, 14, 15 урона. Так что здесь челик немножко на очке может быть. Окей. Перерождается корова моментально, потому что корова всегда будет перерождаться, короче говоря. Если у нее... это самое, атака будет больше, чем 3. Но, видимо, все, тут он нас не прощает. Ладно, всю руку выкинули. Гидролодон стоп-дека, боже, что? Гидролодон стоп-дека всем ку. И тут маг, который отдал два любопытных создания, уже немножечко на очке. Уже хочется считать, сидеть, летал. Если у тебя сиф есть, то... Не, даже если сиф есть, там, в принципе, летал не будет, он ничего не удешевлял. Короче, да, дека ультра липкая. Я оставил, если что, даже Магату на мулигане, потому что я так посмотрел, прикинул, у нас 2 единички в руке. Я, очевидно, до 5-го хода всю свою руку наверняка куда-нибудь-то и сброшу. Поэтому, чтобы не сидеть с пустой рукой, с голой попой, я эту Магату, соответственно, оставлю. И мы сможем восполнить эту ручищу, чтобы не сидеть в АФК, не фоткать, как нас будут разносить. Маг здесь, очевидно, должен найти ответ в гидролодона. Он находит, но... Он отдал уже 2 любопытных создания. После того, как вы это делаете, очевидно, стол контроля сразу же становится очень проблематично, потому что, ну, другого контроля стола у мага просто тупо нет. Сейчас подарком настоящим для меня будет, если этот типок просто сейчас возьмет, затрейдит лягушку, то есть освободит место мне. А он так сделает? Окей, просто. Ну, хорошо, короче, это тоже норм. Просто, чтобы он стол потрейдил. Что у нас там по урону? 12, 13, 14. Как будто если придет стоп-дек Громар, то ему капец, но нет. А, стоп, еще аж есть это. Так, значит, смотрим. 12, 13, 14, 15, 16. 16. Ну, это не летал, к сожалению. Делаю Магату, хотя Магата может дать очень много заклинаний ему. Ну, вот звериное безумие одно, это вот одно из неприятных таких... моментиков, да, потому что он сейчас просто забафает весь свой стол и сможет нас с этого стола снести. Но мы, я так понимаю, можем тут подконтролить даже что-то. Давай вот так вот. Давай вот так вот. Вот так вот. Там же звериное безумие, оно что дает ему? 1 000 000 урона, да? Да, все тут плюс 1 получат. Это 6 урона будет. Если у него там будет сиф, то это капец. Нам почти всегда тут. Да, поэтому я просто лучше максимально подтрежу этот стол. У нас и так достаточно урона. Но я все равно боюсь сиф. Там есть змеиное масло, там есть эхо. Там, очевидно, ну, урона будет капец как много. Бронник. Семерка, наверное, которую я ему не позволил сыграть перед этим. Двойка, нераскрытое дело. Снежная буря. Хорошо, кстати, он бы мог просто сейчас, знаете, если бы я не чистил стол, использовать снежную бурю и просто вынести меня. Так, ну давай, наверное, раскапывать существо. И что я раскопаю? Коровий скелет? Не очень хорошо. Нам же нужно еще как-то затрейдить это, понимаете? Поэтому, наверное, тут будет этот типок. Пробуждающие толчки. В это никто не поверит. Давай так сделаю. Здесь, я думаю, можно взять провокацию, чтобы мне кидали. Затрейдим эту броню, чтобы нас не выносили лишний раз. Ну и провокации немножко подзакроемся. Еще и прокачаем стол. Ну, все еще ситуация не самая лучшая, если честно. Да, здесь мы играем против мага, который в любой момент может выдать сиф. Но там 12 карт, поэтому надеюсь, что он еще как бы свою эту сиф не нашел. И мы его додавим. Все пришло. Тут еще и шпароклык офигевший просто есть. Еще и вопли йодла. Йодля. Так, что у него там? Нет ни одного натиска. Кстати, как будто Габелла, дружище, если у тебя ни одного натиска нет. Пинг в 5-1, карточка перерождается. Ставлю на Таноса, на Тинуса, хотя можно и Ермунгара. Ну, поплава. Уже видит, что ему жестко не прет. Что он там нашел? За одну ману. За 2 маны, за 1 ману. Дороже ничего быть не может здесь. Офигевший ты, черт. А, так это ничего не меняет. Плей 1 в 1, только чуть больше урона нанес. Так, топотун, кролик. Кролик, топотун, так-то тут имбулечка получается. Так, давай сделаю так.
бамсик. Потом мы можем сделать... Так, 4, еще что-то с 5 вызвать не получится, да? Очень жаль. Так, сколько урона? Тут 13, тут плюс 4, 17, плюс 7. Блин, 24, у него 25, но мы еще будем бафать, поэтому это летал. Дружище, немножечко ты прикурить, я тебе дал, дружище. Ой, что-то на маге не повезло. Хорошо, хорошо, идем дальше. Итак, ребят, следующая Котелла, попались с вами на Шоумена. Шоумен, подозреваю, будет на супер хайповом своем Хайлендер архетипе. Ну, пока непонятно, но обычно шоковый прыгун всегда играется в Хайлендер архетипе. Может быть, нас каким-то невероятным образом тут будут удивлять, но, честно говоря, я лично такого не жду, поэтому просто пока что делаем наши самые дефолтные ходы. Из прикольного у нас есть Шпароклык, вот, которого можно выставить сразу и там эти хрипы все поделать крутые. Ну, в остальном, как будто на лютом чиле расслабоне сидим. Еще пробуждающие толчки, ё-моё. Можем сделать наблюдателя мифов, забафать его с этого. Понятно, что это не самая лучшая реализация, потому что мы, по сути, один прок только его сделаем. Но сейчас мы вынудим этого шамана потратить ход на то, чтобы своих пираний разыграть. И, по сути, как бы третий ход для него не увенчается особым успехом, а мы сможем выдать хорошую такую базу, поставить псарню, например, плюс выставить двух ермунгаров, затем накрыть это все дело шпароклыком. Либо, ну, в идеале, конечно, почтового грифа тут найти. Видите, он просто скипнул ход, тем самым мы как бы... А, он еще и тут заморозит. Окей. Заморозка пойдет. Так, давай, псарня. Продолжаем душить. Естественно, вот так вот сделаем. Но у шамана, конечно, куча зачисток. Там может быть и гроза какая-то рандомная, да, и т.д. и т.п. Но мы не боимся, у нас есть шпароклык, хороший ход. К сожалению, я не вижу, чтобы у нас было много прямо сейчас добора в руке. Это анлак. Но то есть, то есть. Окей, дальше что? Монетка. Гуляка, окей. Так, гуляка это вообще кайф. Сейчас мы погуляем с ним. Давай мне сюда кролика. Чтобы все были с натиском. Будет такое? Будет 3-2. Лютый кровавый червь. Естественно, мы это дело забафаем. Вот так вот и фулл фейс пойдем. 4-4, змейка готова играться. У него перегрузка 4 из 5, то есть Галганет еще не скоро выйдет. Ему нужно еще один ход как-то протерпеть, как-то тут что-то проконтролить. У нас в Галганета будет офигевший просто ответ через Гидролодона в псарню, да, то есть даже Гидролодон сможет получить натиск. Ну, его гол... Да, Гидролодон не голова, все головы и так натиск получают. Вот, но здесь Шпароклык отлетает, вызывает 4 дроп. Если мы найдем еще способ как-то его забафать, то там даже не 4 дроп будет, а... 5 дроп, окей, возможно это хекс, и я уже начинаю грустить. Хекс. Я взгрустнул конкретно. Мне это не нравится. Магата с табдеком мне нравится, это супер найс. Так, ну как будто да, как будто тут ты хочешь Магату всегда ставить. Опять мы это звериное безумие отдаем, но что поделать. Зато у нас в остальном вся рука, в принципе, в полных кайфах находится. Такой трейд, естественно, делаем и... С полной рукой сидим. Магат в очередной раз показывает, какое она хорошее value вносит для нашей... Да, вообще для любой, на самом деле, агрессивной колоды, которая может страдать от недостатка добора. Начинает уже тут наваливать нормального такого темпа на стол этот вонючий шаман. Но нас таким не взять. Нас таким говном не взять. Думаю, что я даже вот так вот сделаю. Просто чтобы... Затрейдить весь стол, его законтролить. Галганет офигеннейший для него будет ответ сюда. Если он там будет, естественно. Который нас поставит в позу раком. Но Галганета нет, это очень хорошо. Не забываем, что на 6-й ход у типа может спокойно выйти Рено. Поэтому... Ой, на 6-й, говорю, на 8-й. Ну, то есть следующий, да? Поэтому бьется лицом. Хорошо, приятно. Приятно, хорошо, хайпово. Здрасте. Так. Так, так, так. Окей. Можем сделать лютый плей. Немножко подбафали руку, как говорится. Full face. Ну, вообще, на самом деле, я законтролю лучше вот эту парашу. Вот так вот люто, да? И...
Вот чисто если там вдруг Рено не будет, ну, я могу теоретически поставить ищейку. Это все еще летал. Вот, если это Рено, то... Да, это Рено. Забей. Забей, все четко. Какая там жабка? 5-5. Хорошо. Жабку 5-5 можем законтролить, не страшно. Так, химера летит. Обилка. Окей. На next мы можем еще сильнее забафить всю эту руку и добрать всех остальных наших зверей. То есть это будет и кролик Топотун, и еще один ледокрыл. И из самого, что, ну, самое веселое в этом заключается в том, что мы, ребята, можем любой стол контролить теперь нашими огромными существами, которые будут автоматически получать натиск. Да, наш стол все еще будет не самым таким мощным, сильным и хайповым, в том плане, что его там перекати-поле какое-нибудь одно просто разнесет в салат. Но... Но пофиг. Давай так. Так, так. Давай так, естественно, такой трейд, такой трейд. Без проблем законтролили. У нас еще кролик есть для того, чтобы тут нормально натиском поработать. Но все же, мне кажется, тут по вэлю мы не вытянем его. Там лягушки эти сильные. И мы просто даже... Ну, зачистить стол-то мы зачистим. А вот что дальше, это вопрос. Так, окей, что мы там еще доберем? Больше зверей нет, к сожалению. Да, больше зверей тупо нет. Угу. Ну что, последний наш, последняя попытка на лютый выход. Значит, на лютый вылет. Это будет так. Это будет такой натиск, такой натиск. Ну, это слабоватый натиск, если честно. Вот так, вот так. Давай просто делать такой трейд. Плюс такой, наверное, трейд. Т3 на столе стоит лишний раз. Ну и, в принципе, все. Тут одно перекати-поле как будто закрывает меня. Больше я пока вариантов не придумал, как тут выиграть. Боюсь, что мы даже не сможем нашего шпроклыка возродить с, Натанаса. С Пропанаса, потому что... Существо-то не умерло, то есть Хрипс мы активировали с боевого клича, да, а потом он просто в лягушку превратился и никогда не отлетал со стола. Долго думает на шамане? Я уверен, что у него там есть ответ, не знаю, что так долго думать ему, потом за картинки. Плюс не забывайте, что у него огромнейшая жаба вылетает, у нас здесь нет этого змеи, 3 маны, 3-4, поэтому мы никак не можем тут против этой жабы сыграть. Ну, это вряд ли удар на перекати-поле. На горн, окей. Окей. Очень странно, если честно, ну ладно. Почему-то у меня карта Дозорного Солнца осталась на колоде. Бета-тест. Ладно, так, давай так сделаю, давай так сделаю. Так, мы можем забафать условно эту корову, чтобы она вот так вот затрейдилась. Я затрейдился вот так. О, съехала куда надо, молодец. Хорошая акауточка. Так, у него будет, получается, забафано 6-12. Так, нужно трейдить. Потому что у него там будет летал с ней со 100 ветра. Если он тройку использует, которая плюс 3 дает. В количестве двух штук это всегда летал. А так у него один офф. Контролит стол. Хотя я тоже контролю стол, я думаю, что каждый раз, когда ты смотришь, что хант контролит стол, ты такой, боже, зачем? Очень много ресурс генерации, просто такой ресурс генерации просто нереально сложно играть. Угу, еще забафал. Ну, тут, конечно, Магата, блин, ему подсобила, но не смертельно. 11, окей. На next мы как бы отлетаем, если не будет провокаций. Провокации не тут, ну, провокации не собираются тут появляться. Че это такое, да боже. Так, ну смотрим. Кто там у нас погиб? Сразу активируем. Коровий скелет кринж. Блин, ну все, тут говно. Ладно. Такие дела. Т3
Такие дела, делишки. Ну, было близко, было довольно близко, но, к сожалению, здесь мы просто не в состоянии этого шамана победить. Чуть-чуть не хватило. Думаю, что здесь мы отлетаем, потому что там вариантов победить дофигища. Мне кажется, что мне стоило немножко по-другому сыграть, как-то не так быстро эти хрипы выставлять. Но так как я старался максимальный темп выдать, не думаю, что здесь какие-то прям критические ошибки были. Хоть на ханте я как бы не то чтобы игрок. Школьный учитель. Так, я что-то не понимаю. Складывается ощущение, что шаман просто летал, не может найти. Но я в такое, если что, не верю. Как бы у него, ребят, если что, 8 урона. Прямо сейчас ему еще 4 не хватает, чтобы шаман не нашел 4 урона. Это просто шутка. Переломная волна. Это 6... 2 переломных волны, да. То есть у него на прошлый был летал. Ход, если бы я не трейлился. Поэтому все правильно. Хорошая партия, ГГ. Чуть-чуть не хватило мне. Итак, ребят, следующая Котелла. Игрушечка решила меня вознаградить ДК. Так еще мне дали очень хорошую, я бы даже сказал, показательную руку, которая вот просто с двумя кровими скелетами сидит. Почтовый гриф под них. То есть мы сейчас их забафаем. Они всегда будут перерождаться один раз. Потом мы используем звериное безумие, чтобы переродить их еще раз. И прилипнем мы к столу основательно. Я вам могу точно сказать, просто супер основательно. Затрейдить терзаемого колдира прямо сейчас, я думаю, не будет ошибкой. Ну, просто чтобы... Лишний раз он мне урон не наносил, у него тут всегда хороший плюсовой трейд. Еще и Шпароклык забафанный пришел! Ну это просто прикол. Просто прикол. Шпароклык, кстати, сейчас 3-4. Ну мы можем Шпароклыка сыграть под псарней. Вот. Хотя изначально он, конечно, выйдет не супер сильным. Давайте, коровий скелет. Еще и он при... Мы, походу, на 8-м где-то ходу этого типа просто окунем в невероятные волшебства, на которые способен этот хан. На предсмертных хрипах, да. Костяк на месте. Ку. Монетка, посох и... Блин, ну, тут чел, конечно, наловчился играть на этом ДК. Не спорю. Еще так. Окей, окей, хорошо. Давай искаженный ледокрыл сразу же, чтобы подконтролить стол, чтобы нас сильно не душили. Потому что эта колода... Угу. Эта колода способна на такую лютую душку. Почему я так разменялся, почему я корову не отдал? Потому что хотелось бы ее как бы забафать еще между делом. А Шпароклыка хотелось бы, чтобы он вышел моментально с натиском и разменялся куда-нибудь. Плюс я, естественно, ему атаку подбафу и выйдет зверь конкретный, да? Все-таки корову доел. Асталор, хорошо. Ну и плюс я рассчитываю на то, что это ваш проклык, он каким-то образом невероятным снесет. Так, шпароклык, фу. Кого ты спавнишь? И три змейка, конечно же, такой трейд. И шпароклык откиснет, воскресит 5 дроп, воскресит 5 дроп, воскресит 5 дроп. Какой 5 дроп? Какой 5 дроп? Придумываю. Высокогриф саванны 5 дроп сейчас. О, какая карта. Ну... Забудьте, теперь у нас этот ДК у нас на всех 30 хп. Кошмарный конь. Бесконтактный бой получается. Извиняющая чума еще. Нечестивую чуму добрал, ну ладно. Стоп, заклинание тьмы еще. Ха-ха. Лол, так у меня... Смотрите. Какая имбовая... Какое имбовое у меня взаимодействие. Давайте все забафаем, естественно. И на Таноса поставим под бафом. Шпароклыка вернем в руку. Еще один кошмарный конь. Ты че на приколе? Ну вот. Я, кстати, до конца не разобрался, как там вообще сработал этот нерф-баф на Таноса, где ему там вординг переделали, но теперь он как будто лучше взаимодействует со Шпароклыком и с приобретенными предсмертными хрипами, которые раньше, я так понимаю, просто не срабатывали. То есть там коровий скелет мог не заспавниться с него, возможно, и т.д. и т.п. Так, окей. Мой хрип срабатывает первым, он очень четко знает, как вообще в эту игрушку играть. Ну ничего. Мы тоже не промах. Давай выставлю даже ищейку, наверное. И еще одного шпароклыка. Говна поел я тут, конечно. Так, забафу эту карточку, чтобы мы заспавнили существо-зверя за 7.
потому что это взрывоопасная овца, это, конечно, просто лютый мем. А пришел Агромар, Агромар здесь поможет додавить просто этого ДК, если он сейчас ничего не сделает. У него варианты зачисток вообще, ну... 4-10 похищения жизни! Ой, мифический ужас. Это реально какой-то мифический ужас. Дружище, ты главное замешивай, ты главное не сдавайся. О, какая кауточка. Так, ну, как будто мне пофиг на стол, я сразу хочу Агромара ставить. До скорых встреч, до скорых встреч, удачи в жизни и пока. Что ж, ребят, ну на такой вот легонькой пробежке на обновленном хрипханте с адвокатом, со шпароклыком и со всей другой движухой геймплей подходит к концу. Если геймплей вам понравился, оказался полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ну и, конечно же, код-клод вы сможете найти в описании и в моем телеграм-канале. В качестве заключительных слов хочу сказать, что чамп не перестает удивлять. Абсолютно, ну, прикольный геймплей, нестандартный на ханта. То есть раньше вы сидели там с декой жамбре, что-то пытались изобретать там с пили эти натиски со сверхуроном, рассчитывали какой-то дэмэдж, да? Здесь ты просто по темпу лупишь, что-то качаешь, там ставишь новые картинки, чуваки такие сидят вот так вот с такими широкими глазами, не понимают, как вообще взаимодействуют карты друг с другом, потому что они новенькие, их особо так часто в ладере не увидишь, и потом просто закономерно отлетают. Жалко, конечно, что шаману проиграли Хайлендер, но сами понимаете, если Хайлендер колоду найдет все, то, к сожалению, там уже просто, ну, будет очень тяжело победить. Что ж, на этом все, огромное вам спасибо за просмотр, а за микрофоном был Каксаплагиат, и, конечно же, увидимся с вами на следующем стриме и в следующем ролике.